пить каждый день заставляет. Ну, по-моему, это вообще не обсуждается. Что только потом на море, это в любом случае. Он сам заходит, что я его не на море. На море просто переложить там и водой кровать на лежак. Дамы и господа, наш самолет готов к взлету. Просим вас убедиться, что все электронные устройства переведены в авиарежим или выключены. Ремень безопасности застегнут, спинка кресла в вертикальном положении, столик убран. Желаем приятного полета. Ladies and gentlemen, the aircraft is ready for takeoff. Please ensure that all electronic devices are turned to flight mode or switched off. Your servo sponsor, your seat is in upright position, and your tray table stowed. We wish you a pleasant flight.
режим или выключены. Ремень безопасности застегнут. Спинка кресла в вертикальном положении. Столик укрыт. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, the aircraft is ready to land. The flight mode was switched off. If it was possible, the engine to operate position and the train to go slow. Thank you. Добро пожаловать в Москву. Наш самолет произвел посадку в аэропорту Шереметьево имени Александра Сергеевича Пушкина. Терминал прибытия Б. Температура в Москве минус 23 градуса по Цельсию. Московское время 13 часов 1 минута. Просим вас оставаться на своих местах застегнутыми ремнями безопасности до выключения светового табло. При выходе из самолета не забывайте свои личные вещи. Проверьте карманы кресел перед вами. Пассажиров салона класса бизнес мы пригласим к выходу в первую очередь. Надеемся, что сегодняшний полет вам доставил удовольствие. Будем рады новой встрече с вами. До свидания. Ladies and gentlemen, welcome to Moscow. Our aircraft has landed at Sheremetyevo Alexander Pushkin Airport. We are arriving at Terminal B. The temperature in Moscow is minus 23 degrees Celsius. The local time is 1:02 p.m. Please remain seated with the seatbelt fastened and adjust the fastenings of the sign-ins off. When you leave the aircraft, ensure you take all your belongings with you. Check the seat pocket in front of you. All passengers seated in the business class cabin will be invited to exit the aircraft first.